просто ужас. На улице туман, и к нам приехал такси. Мы думали, у нас будет маленький самолет, а он огромный. Такой классный аэропорт, я в шоке. Как будто я его спроектировала. Я в шоке, какой красивый аэропорт здесь. В общем, нас не заселили в тот номер, который мы бронировали в эту ночь. И мы взяли вот такой номер на сутки, но мы тут будем всего до 12. А, до 2 дня. Сейчас 4 утра. Ну, вроде неплохо. Тут еще есть кухня при входе. Вообще неплохо. А здесь душевая. Сейчас только 4, мы только заселились. Он похож очень, но тут ванна меньше. Вот такая вот. Кухня. Зеркало есть. Две кровати и балкончик. Вот такой вот вид здесь. Даже стиральная машина и раковина есть. Первый день мы просто решили выйти в торговый центр, и непонятно, как одеваться. Как бы вроде жарко, а вдруг будет холодно. Надеюсь, жилетки будут нормальненько. Такое другое меню, как будто бы. Я думаю, у нас Шанхай маленькая. Тут такая атмосфера, как в Фуджоу. Южная. Летники, столики. Наш райончик. Вот тут мы живем. Наш завтрак — это круассанчики. Сегодня мы хотели поехать в центр, но погода хорошая, поэтому поедем к морю. Но мы там не будем купаться, там просто куча кафешек рядом. И прогуляемся, подышим морским воздухом. Мы приехали к морю. Здесь вот такой мост просто. Но здесь красиво, и там вот дальше, где мы прошли, очень много всего. Всякие ларьки. Здесь такое прикольное место. У нас пикник. Мы пришли есть Subway, взяли картошку. Давай. Сегодня на завтрак другие круассанчики из Bakery and Spice. Сегодня мы едем в центр.
И я вот так вот оделась. Надеюсь, мне не зажали в сапогах. Но я взяла кроссовки. Учусь на своих ошибках с прошлого раза в Шанхае. Мы приехали в центр. Смотрите, какое здание высокое. Тут такой красивый торговый центр, такая огромная открытая зона. Тут дракончик. Заказали такую курицу. Ой, мы заказали такое фри, супер вкусное. И еще сидим в Taco Bell. Просто красота! По традиции видео начинается с зеркала. Сегодня мы идем в одно место, которое напоминает типа Лас-Вегас. И вот такой вот лучок. Но погода за окном что-то как будто портится. Мы уже собрались и ждем нашу подружку. Валяемся, лежим. Мы покушали и пришли в парк. Мы взяли велики и едем кушать мороженое. Мы решили посмотреть фильм в номере. У нас еще дофига снеков тут. Сегодня ужасная погода, но мы все равно выезжаем дальше гулять, потому что у нас тут всего неделя, по идее. Мы приехали в торговый центр, чтобы сделать специальные карточки пластиковые, такие прикольные. А оказалось, это не тут. И сейчас мы идем, где типа такое старинном стиле Макдональдс. Потом, может, поедем делать карточки.
нашли это место. Пойду работать. Тут фотошь и тут айтишка уходит. Там он тоже бегает сейчас. Мы пришли сфоткаться, вот такие вот фотки сделать. Сфоткалась, а тут тупанула и не выбрала фон. Теперь у меня вот такие уродские. Мы взяли наши полюбившие панкейки. В этот раз я взяла чизкейк. Мы нашли этот панкейк, это обратно с чизкейком. Та-дам! Вкусно. В прошлый раз я взяла сорио, тоже был вкусный, и этот вкусный. Сегодня целый день в номере. Мы заказали еду. Мы дали какой-то такой напиточек. Вот такую вот еду заказали. Выглядит очень вкусненько. Нам привезли мороженое. И внутри лед. Чтобы он не растаял. А вы сегодня не гуляете? Мы сегодня в комнате сидели. Мы выехали на вокзал и оттуда поедем в Гуанчжоу. Мы приехали на вокзал, вот так вот он выглядит. И самый прикол то, что билеты, которые мы покупали почти за месяц, не выкупились, и мы купили билеты по дороге сюда новые. Людей капец много, но кажется, пару дней назад было еще больше. Посмотрите, сколько людей, потому что скоро вот китайский Новый год через 2 дня. Это сейчас поменьше, на днях было еще больше. Заказали overpriced McDonald's, зато тут китайская упаковка. Мы сели в поезд, и здесь он чуть-чуть другой, не как обычно. Как на наши похожие поезда. Мы вышли из вокзала, нормально не смогли словить такси, доехали до метро, и теперь тут ловим такси, пошел дождь. У нас была трэш-история с отелем, но покажу, что мы выбили в итоге. Это намного лучше, что было в начале, я вам потом все расскажу. Вот тут вот такая ванная, мойка, вон там шкаф, потом здесь душевая, туалет, вау, какой туалет! Потом здесь 2 кровати, столик есть, кондёр, и у нас еще есть вот такой проектор, вот такой вот есть диванчик, и вот такой вот типа мини-кухонка. Но это намного лучше, что было, я вам отвечаю. Мы так устали, то что просто заказали KFC в комнату, и смотрите, какой дизайн. Мы заказали завтрак. Это, конечно, просто тост, а тут сэндвич. А еще мы включили YouTube на этом проекторе. И вот так вот. Мы вышли за продуктами, потому что все закрыто. Завтра официально Новый год. И мы закупились чуть-чуть. Вот так вот все сжигают. Еще постоянно фейерверки пускают уже хоть и день. Вот так вот мы закупились на китайский Новый год. Потому что, скорее всего, все будет закрыто. Будем сидеть в комнате 2-3 дня точно, наверное.
Мы начинаем снова зеркало. Наше путешествие в Гуанчжоу. Наши приключения. Но сегодня, если честно, ничего такого прям супер вау не будет, потому что все закрыто и везде дофига людей. Мы поедем в более спокойное место, докуда ехать 2 часа на метро. Вот. Тут, конечно, неудобно, потому что у меня зеркало в полный рост. Мы приехали на такое вот место. Тут, походу, зона отдыха. Там вот мост. Здесь вот лодки стоят. О, солнце, такое место прикольное. Чувствую себя не в Китае сейчас. Что за фигня? Мы сели вот в такое местечко. Похоже на пикник. И заказали напиточки. Вот наши напиточки. Мы заказывали манго-маракуйя. Это просто как будто бы свежевыжатый апельсин. И все. Сегодня мы едем в центр Гуанчжоу, посмотрим на эту телебашню и потом пойдем просто в торговый центр, потому что, мне кажется, на улице дофига людей будет, так как праздники еще не закончились. И еще погода непонятная сейчас. Сейчас, допустим, очень жарко, а вечером будет очень прохладненько так. Поэтому непонятно, как одеваться, оделась как-то так. Наверное, еще возьму жилетку на всякий случай. Мы доехали до нее, и жила она прям такая высокая. И здесь классный вид открывается на высоте. Мы уехали с того района. Идем искать еду в торговых центрах. Тут несколько торговых центров рядом друг с другом. Это так красивенько. Смотрите, просто в торговом центре. Мы пришли в такое место. Я хочу в такое. Мы взяли сладкую воду. Бам-бам! На сладкую воду. Сегодня мы едем в корейское заведение, и там мы встретимся с подругой, с которой раньше учились тоже в Китае, но в другом городе, Фуджоу. Мы не виделись 4 года из-за ковида, поэтому вот. Сегодня будет корейская кухня, и потом, наверное, прогуляемся просто по городу. Я, наверное, надену сверху жилетку, надеюсь, не замерзну.
пришли в такое корейское заведение. Не было снега? Ну да, это дождь. Мы опять выезжаем, кажется, какую-то ночь. Ну, просто у нас выключен свет везде. Мы поедем в такое место, где там здание более в европейском стиле. И рядом вроде есть тонерка. Надеюсь, она будет открыта. А еще мы с утра заказали кофе. Тонерчики. В такое место приехали, но что-то не особо впечатляет. У тебя оператор на районе. Next. Пошли поесть вафельки. Мы заказали круассаны, кофе на завтрак. Мы вчера целый день лежали, а сегодня решили пойти в клуб. Надеюсь, мы сможем пойти в клуб, потому что мне нравятся клубы, где много иностранцев. Нам нравятся клубы, где китайцы. И мы хотим в такой клуб. Вроде нашли одно место. Надеюсь, получится идти. Поэтому оделись по-клубному. Ну, не знаю, удача сегодня на нашей стороне или нет. Мы приехали в такое место, и чтобы зайти, нужно, оказывается, заплатить. А мы думали просто пофоткаться. Я простудилась, и мы пришли за кокосом, потому что он помогает при простуде и краше. Развлечение за 20+. Мы нашли кей-поп магазин. Я как себя болею, но тут капец старые альбомы есть, которые сейчас нельзя найти онлайн. Купила кроссовки. Вообще нет. Обращайте внимание на мой голос. Я болею пятый раз за 5 месяцев в Китае. Я купила вот такие себе кроссовки. Самолет трясет. Она просто сказала сесть на карту.
Мы сидим вот на крыльца. Мы пришли в KFC и получили свои игрушки, за которыми охотились, и везде они были разобраны. Нам попались куроненькие.